Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить маник при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет интересное видео с админочки. Сегодня видео называется «День дураков». Почему такое название, пацаны? Вы, в принципе, сейчас все поймете и узнаете, потому что было много ДМщиков, неадекватов, которые там оскорбляли родителей туда-сюда. Поэтому видео так и называется «День дураков», потому что в этот день я встретил много неадекватных игроков, которые себя очень плохо вели и которые получили от меня наказание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну все, бан идёшь в клоу. А, вот ты, дружок, куда? Да не, хуй соси, да не. Хуй срубя ты нахуй. Это я тебя обманул на 60 тысяч. А зачем мне парковать здесь машину? Нет, ты меня не обманывал. Когда? А, ты мне пофиг. Ты мне вообще пофиг. Ты меня слышишь? Да, слышу, но могу я тебя сейчас... Ты в курсе, что ты лох? Я тебя обманул. Блин, чё, у меня денег этих много. Конечно, конечно. 60к это говно. Я за 10 косарей купил Жигули. Да ты чё, за 10 косарей, ну вообще. Хоффман, слышишь, иди сюда. Короче, да, блядь, мне мопед не нужен, иди сюда. Сможешь, я короче, стою, вот так вот на английском написать? Да нет, если есть мопед, а внутри ну, не так, смотрят. Скажи. А, так можешь мопед вообще далеко этот угнать, чтобы я не видел. Да нет. Вот так вот, только на английском, только на английском. Ты пиши, что? Пиши. Я тебя за мопед, скотина, понял? Да, блядь, иди ядом уколол, блядь, это был отвлекающий маневр. Отойди! А он армор использовал твою. Да что ты творишь, а? Ой, Соколов, прости, Соколов, прости, Соколов, прости, пожалуйста. Ой, бля, что творится, кого стрелять? Кого стрелять, кого помочь? Кому, ты, ё-моё, чё вы меня стреляете? Блядь, чуваки, бежал. Кого стрелять? А, он плохо. Да не, не убивай его, он хороший. Смотри, он опять... Он ворон колеса прострелил. Он опять броню заюзал. Стой, вот Ник, вот иди сюда, ты опять броню заюзал, иди сюда. Ну ты же отлетишь, дурак. Армор в бою. Понимаешь? Я сейчас напишу Мози. Я сейчас Мози напишу за броню в бою. Ты броню использовал, алё. Зачем броню в бою использовать? Во, пропитание, блядь. Ты гонишь, что ли? Чё, эл? Ты вообще охренел, на меня тут он наезжает. Бля, как эти дымчики уже заебались, серьезно. Кто это, блядь, там стреляет? Два, блядь, школьника, нахуй. Реально, что-то дымщиков утром сегодня дохера. Очень много. Давайте посмотрим, что они вообще будут делать, блядь. Я зашел чисто, но записали для вас контент. Так, он в кого-то стреляет или нет? Какой у него, 167-й? Он в того челика пытается стрелять, да? На просто, поебало так прилетело. Ну как, я сейчас тебя обстреляю, да, вот. Давай, братан. Давай, братан, вперед! Бля, что-то его хуёво слышишь, вот этого Данила? Я Стас, ебать. А мы не видим, что он Стас, да, ебать? По нику непонятно. Я думал, это Артём, ебать. Я думал, это не Стас. Так, давайте дальше наблюдать за этим пацанчиком. Борзеньким таким. Борзый такой пацанчик, знаете. Я сейчас тебя расстреляю, ебать. Давай, братан, давай, иди, постреляй, постреляй. Я ж тебя потом выебу. Ну, серьезно, блин, вот такие просто дети меня реально кумарят. Просто заходят, блядь, и дэмят. Ой, пошлите подэмим этого челика, это прикольно, блядь. Ну, серьезно, дебилы просто, дебилы малолетние, реально. Там еще челик был, он родителей оскорблял. Я ему бан на 10 дней дал. Прикол, смотрите, на него репорт написали, вот, 240 ID. Кто с ним общался, на него написал репорт. Я буду смеяться, если сейчас его посадят за то, что он по светофору стреляет. На него тупо вот тот пацанчик Макс написал репорт просто, без палева. Это я понимаю, заебись. Вот этот Максон, Макс на него написал репорт, то что он дэймит. Я просто проорнул реально жестко с этого. Чисто с этим общаются, тот на него репорт написал, хотя он их не трогал. Ну именно конкретно Макса там и вот этого пацанчика он не трогал. Да я просто вообще стрелял, хотя можно было бы уже его посадить, ну ладно, я подожду лучше, пока он... жестко накосячит. Ладно, давайте посмотрим. Я не знаю, кого из них тут садить, конечно. Я бы всех пересадил, на самом деле. Сам с оружием пришел, говорит, с оружием сюда нельзя, ебать. Ебать, он умный, пиздец. Говорю, с оружием нельзя.
Не, братан, ну ты точно уже отлетаешь за ДМ. Все, братанчик, отдохни на 120 минут. Не убивай. Ну скажи, это несправедливо. Конечно. Несправедливо, да. В зеленой зоне стреляет, говорит, несправедливо, ебать. Так, тут какие-то пацанчики собрались, я так понял, ДМить. Ну давайте немножко... Так, 155 ДМ, да, пишут? Ага, это тот чувак, который был, да? Так, КПЗ, 155, 30 ДМ. Давайте его накажем. Пусть отдохнет, в принципе. А Саша. Ты огромный шанс дал, то, что меня выпустят. Ха-ха, смотри, смотри. Пизделка, пизделка. Давай, блин, давай. Я в телету, отвали от меня, задолбал уже. А что он ему сделает? Извини, Банек, я буду его бить. У меня одна из Адвокат, можешь меня убить, чтобы я к нему в камеру попал? Что-то я нихера не понимаю, ну ладно. Пиздец пишет. Едет две машины на пробитых колесах. Че, у них ремок нету или что? Я, конечно, все понял. А, Вика еще завлёк, нихера себе. Пацан на ГТР ездит с лаунж-контролем и подходит к восьмерке и спрашивает цену. Нормально, че? Бля, этот Сергей, в принципе, жесткий МГ, что можно было бы тоже ему дать. Давайте просто за ним последим, не будем наказывать пока что. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку за своей фанатекой. Ой, ебать, там ДМ, пацаны, ДМ, ебать, его в рот. Опа, 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 давай, пошел, пошел, пошел. Его убил его тезка, Данюша. Ну, Данил, Данюша, по идее, то же самое, я так думаю. На, нахуй, тебя заебашить или что, нахуй? Нарываешься, блядь? Отдай. Ня. Ля какая просто. Нахер она стреляет, я не понимаю. Ей что, делать нечего? Сейчас ее, походу, с фракции выгонят, я буду орать просто жестко. Надо, нет. На, блядь. Бать баба такая, ну по идее это пацак, скорее всего, потому что, ну, девушка так базарить, я думаю, не будет. Блин, жалко, у него голосового чата нет. Хотя, скорее всего, это пацан, но, блин, возможно, это девушка, я не знаю. Извиняюсь, я не выспался. No problems. Нихуя себе ты, блядь, даешь, мать. No problems такая. И по полям просто похуярила. Полетела просто по полям. Не, не, конечно, не хочу наговаривать на этого игрока, но, блин. Что-то мне трудно вериться, что это именно девушка. Сильно быдловатая девушка. Если это действительно девушка, то сильно быдловатая по общению. Поэтому я не знаю, честно. Бать, куда она нахуй летит? Мать, ты что ты делаешь, ебать? Ёбаный рот. Тебе еще детей рожать, нахуй. Куда ты поехала? Вика, ты шо? Головой тронулась, ты шо? Ёбаный рот. Походу, она что-то заблудилась, ебать. Она, мне кажется, не знает, где ферма даже находится. Не, ну, конечно, по вождению, возможно, это и девушка, потому что, блядь, я думаю, пацик так ездить не будет.